В Сухуми прошел двухдневный форум, который организовало движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». В нем приняли участие активистки движения, а также приглашенные гости из Южной Осетии. Это очень важно. Общение вот с такими семьями, как мы, семьи погибших и без вести пропавших, надо им почаще встречаться и перенять какой-то опыт, как помогать другим. Участники встречи посмотрели сюжеты о работе движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Затем они обсудили проблемы, с которыми сегодня сталкиваются семьи погибших, и рассказали о проделанной работе и текущих проектах. Как раз сейчас эта общественная организация реализует проект, направленный на трудоустройство и социальную вовлеченность представителей семей погибших. Недавно, прошлую неделю, этот проект «Швейная мастерская» открыли. У нас среди погибших матерей есть во время войны, которая шила вот для бойцов наших воюющих. Она вот согласилась, она женщина пожилая, но все равно она взялась за это дело. Она с удовольствием села за эту машинку и шьет сегодня там у нас в Даутах. Уже за это короткое время многие приходят, мамы и вдовы, и семьи погибшие заказывают. Также в Гудауте в рамках этого проекта планируется открыть парикмахерскую, где будут бесплатно обслуживаться представители семей погибших. На второй день участницы форума общались по скайпу с женщинами из Кабардино-Балкарии. Среди них не только представительницы семей погибших и без вести пропавших в Абхазии, но и историки, а также редактор газеты «Горянка» Зарина Конокова. В этот день к участницам форума в Сухуми присоединилась вдова героя Абхазии Султана Сосналиева Любовь Сосналиева. Наша молодежь хлынула сюда и стояла у истоков этой победы. Но сейчас, знаете, да, не меньше меня радует то, что наша молодежь, наша золотая молодежь из Кабардино-Балкарии, из Абхазии общаются между собой и общаются довольно-таки, очень тесно общаются. Это вот ради этого действительно наши ребята шли через горы, освободили Абхазию, ради того, чтобы наши народы объединились. Это была очень трогательная беседа людей, которым важно не только сохранить культурные связи, но и приумножать их в совместных мероприятиях. Это очень дорого стоит, что наши сестры к нам приезжают и так поддерживают нас. Это, конечно же, никогда не забудется, и народ наш в этом отношении благодарен. За эти два дня было много общения, общих воспоминаний. Всеми отмечено, что такие форумы необходимы и должны проводиться регулярно.